Всем привет, друзья! Последний, третий наш полуфинал Светлой Лиги. Соответственно, ее представитель — это Факс, это пиво Светлое, это Хамовники Пильзенское и это Жигули Экспортное. Порядок может быть немножко другой, я могу в принципе перетусовать. Давайте наливать, смотреть, что за пиво. Почему такой выбор? Ну, как бы выбор здесь уже был из того, что оставалось, да, для последнего ролика. Так. Пиво Факс — это такое достаточно плотное пиво, на мой взгляд, со специфическим немножко именно вкусом, но я его тем не менее выбрал, ну, оно дошло до финала, то есть по факту пиво мне, значит, в темную, по крайней мере, понравилось. Пиво Светлое — это самое неоднозначное пиво этого полуфинала, потому что оно что-то прошло чудом, ну как чудом, то есть... Была, можно сказать, такая двойная причина, почему я взял это пиво сюда. Там был еще один конкурент другой, но я не взял его, а взял именно это пиво. Во-первых, оно меня удивило, когда я его пробовал. А он на меня даже, можно сказать, произвел какое-то впечатление, учитывая там мою цену и все такое. Вот, это во-первых. А во-вторых, мне бы хотелось, чтобы брат его точно так же перепробовал в темную, ну чисто для себя. Лига моя, поэтому как бы, поэтому это пиво здесь, можно сказать, немножко по блату. Вот, хамовнички, все понятно, но тут как бы с хамовниками такая история, что с венскими, что они отличаются по цвету от любого этого представителя, они более такие, ну если хотите, карамельные, да, то есть они по идее должны выделяться по цвету, по крайней мере в моем, ну вот, видите, да, по сравнению, например, вот светлое. Да, не такая прям яркая разница, как была у меня, потому что здесь все пиво немножко такое подкарамелизированное. Но тем не менее. Хамончики такой плотный, на мой взгляд, хороший, вкусный лагерок. Очень любопытный. Но брат почему-то о нем не так хорошо отзывается, как я, но тем не менее. И Жигули Экспорт — это, наверное, единственное здесь в ролике пивко, в котором будет... Ну, такая горчинка, и которая должна быть самым таким лайт в плане солода. Вот, но, тем не менее, вот такое пиво. Что, я думаю, здесь будет фаворитом? Мне сложно, честно сказать. Брат, мне кажется, может и Факс выбрать. Светлая, опять же, у нас темная лошадка. И Жигули Экспортная. Единственное, он, в принципе, ну, все-таки, да, я смотрю, по цвету, в принципе, понятно, где хамовники. Вот, но... Он как бы их не такой прям большой любитель. Вроде они ему нравятся, но не прям супер сильно. В общем, я ставлю все-таки на хамовники и на Факс в этом ролике. Будем смотреть. Всем привет. Последний полуфинал нашей Светлой Лиги. Так, что у нас сегодня интересного? Ну, я уже знаю, кто здесь остался. Мне несложно, конечно, кое-какие предположения сделать уже по цвету, но я пока их делать не буду. Сделаю по аромату, наверное. Так, что-то ничем не пахнет. Водой пахнет, водопроводной. Здесь пахнет чуть-чуть пивом. Хорошо, что пивом. Здесь так легенький-легенький ароматец. Ладно, пиво мы любим, особенно лагеры, не за аромат. Здесь что-то вниз падает. Нефильтрованное. Так, у меня к этому есть вопросы. Ну, пиво, как пиво. Обычный евролагерь. Ну, даже с горчиночкой. Так что так. Я люблю пиво с горчиночкой. Вот, поэтому немножко я, конечно, предвзят в своих полуфиналах. Но что поделать. Это солодовая водичка такая, с легким-легким кемельком. Здесь, конечно, в первом экземпляре кемелька побольше. Ну, здесь я знаю, чего ждать. Но сделаю вид, что не знаю. Плотное, плотное солодовое тело. Очень такой, да, приличный пивасик. Ну, я не буду делать вид, что я это пиво не узнал. Это хамовники венские.
Ну это да, это пиво, конечно, неплохое, но оно не про хмель. Последний экземпляр, ну это тоже такой легкий-легкий лагерочек. Ну, на самом деле я в затруднении. Мне как бы тут надо бы выбрать два кандидата, да? Вот, ну что, ну хамовники, да, ну это плотное пиво, вкусное. Солодовое больше, хорошее. Вот это однозначно нет. А ты попробуй прям по названию, ты же знаешь, что это осталось. Ну, если предположить, это хамовники, это светлое. Как там, кто еще? Факс? А, Факс и Жигули, да? Жигули, Факс. Никого возьмешь. Никого не угадал. Сейчас, кого-то из этих я возьму, сейчас я еще раз перепробую. Вот это я точно не возьму. Что-то сейчас мне показалось, что тут уже нет хмеля столько. Ну вот это возьму, наверное, вот это мне чуть больше понравилось. Но они очень близко, я бы сказал. Какое берешь? Четвертое? Четвертое, да. Третье и четвертое. Угу. Ну, в принципе, ты все правильно угадал, кроме это. Первое был Факс. А, ну. То есть, а четвертый Жигуль. Ну, значит, Жигуль едет в финал. Да. Ну, того у нас получается, давай сразу по финалистам, потому что... По финалистам Жигули нас... обычные, Жигули экспортные. Да. Хамовники только венские, венские, только, да, кто там еще у нас с первого, а, Амстел, нет, Крушовица и Амстел, да, все, вот все, вот, они, мы их увидим в финале, уже там вместе с братом посидим и как подробно о них поговорим. Все, всем спасибо за внимание, всем пока. Все, всем пока, ребята.